Весь арсенал столичной техники задействовали в День города, но не для исполнения своих функциональных обязанностей, а для парада. Строительная, коммунальная и медицинская – этот перечень можно продолжать. Под технику были отданы две главные улицы. Экскаваторы, самосвалы, манипуляторы и даже пылесосы. В общей сложности по проспекту Ленина и Карла Маркса под овации зрителей проехали 150 единиц техники. Горожане часто встречают их на улицах, но некоторые машины чебоксарцы увидели впервые. Это не просто выставочные образцы, это настоящие трудяги. К примеру, эти машины потушили десятки пожаров. Укомплектованные на все 100 и проходимые по бездорожью, с ними ничего не страшно. А эти мини-тракторы с набором разного навесного оборудования чистят снег, подметают и моют улицы. Не обошлось и без ретро-автомобилей. Желтая милицейская копейка, машина для сбора мусора образца 60-х годов, первый чебоксарский троллейбус. Они тоже славно потрудились в свое время. Парад техники стал удивительным и познавательным зрелищем для многих чебоксарцев и гостей столицы.